И мы продолжаем выпуск. Подозреваемых в разбойных нападениях задержали в Люберцах. Установлено, что ранее двое мужчин незаконно проникли в подсобное помещение аптеки на улице Инициативная. Там они похитили из кассового аппарата деньги, после чего правонарушители связали веревкой руки фармацевту, сорвали с нее золотые украшения и скрылись с места преступления. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Подозреваемых в преступлении мужчин 25 и 28 лет задержали по месту их проживания в деревне Марусино. Обнаружить их удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудникам уголовного розыска они пояснили, что похищенные ювелирные украшения продали на местном рынке, а вырученные деньги потратили на личные нужды. Кроме того, люберецкими сотрудниками правопорядка установлено, что один из задержанных уже совершал аналогичное преступление в той же самой аптеке. Он находился в федеральном розыске за кражу. По данным фактам, следственным управлением люберецкой полиции возбуждены уголовные дела по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.